Спасибо вам за воду, которая течет из наших кранов. Владиславу Николаевичу Плятнеру, 85. Это человек, который всю свою жизнь строил в Самаре водопровод. С юбилеем именинника поздравляет целая делегация. Глава Самарского района, сотрудники водоканала и представители городской администрации. Праздник двойной. В этом году водоканалу исполняется 130 лет. Владислав Николаевич помнит, как праздновали предыдущие и даже вековой юбилей организации. Вы сделали такой большой вклад городу, что жители города вам были благодарны, потому что вся вода, которая идет, это было в ваших руках. И большое развитие водопровод получил именно, когда вы руководили этим. В водоканале Владислав Плятнер трудился с 1961 года. За 40 лет был и начальником насосно-фильтровальной станции, и главным инженером, а потом и директором водоканала. Про себя говорит, работал всегда честно, не халтурил, и за воду, которую подавал в дома самарцев, отвечает головой. Я пью только нашу воду, я не пользуюсь этими бутылочками. Я пью прямо из-под крана. Всегда пил. И пью, я знаю, что она хорошая, хотя говорят, что она там мутная и все. Она везде мутная. Юбиляру, как полагается, все почести, цветы, подарки, медаль «Куйбышев запасная столица» и путевка на турбазу. Дышать свежим воздухом и поправлять здоровье. Тем более, что сам Владислав Николаевич всегда любил путешествовать и отдыхать на природе. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.